Так, шоу начинается, согласно жребию. Первым приглашается Ярослав Мороз. Прошу! Спасибо! Спасибо! Не так давно мне приснился сон. Повсюду мерцали разноцветные огни. Взрослые, дети, феи, волшебники. Все были вместе. И у всех были такие счастливые лица. У каждого в руке был подарок. Часы били полночь, а на календаре было 31 декабря. Полночь! Полночь 31 декабря? Да, совершенно верно. Так это время наступления, ну как это? А, следующего года. И я не припомню, чтобы кто-то дарил подарок и вообще радовался этому моменту. Вот именно, господин Оскар! И это меня очень расстраивает. Мы никак не празднуем этот волшебный момент. А ведь это самый волшебный миг в году. Миг, когда исполняются все желания. Я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили то, о чем мечтали в детстве. Стрелки летят кометой, дни и ночи напролет. Быстро и незаметно тает старый год. Жаль, при этом нет восторга, календарь меняем тот.